В Москве подвели итоги главной театральной премии «Золотая маска». Единственную награду Новосибирску принес артист театра «Глобус» Лаврентий Сорокин. Он награжден спецпризом жюри драматического театра и театра кукол за роль в постановке «Крейцерова соната» режиссера Алексея Крикливого. Спектакль был представлен в трех номинациях, но не получил ни одного основного приза. Самая, наверное, тяжелая роль у моего репертуара. Вот. Мне было очень лестно, что вручал мне ее Алексей Барташевич, великий шекспироед, правда. Но, тем не менее, слова за русскую школу, они дорогого стоят для актера провинциального театра. Вот. Конечно, это очень значимое событие, и эта роль, и эта дорога к маске.